Осенью люди особо восприимчивы к неудобствам. Упорядоченная дорожная инфраструктура радует всегда, но в темное и дождливое время удобство и комфорт передвижения ценится выше и востребовано больше, как пешеходами, так и водителями. Жители Ругелей уже почувствовали улучшение качества дорожного покрытия. На грунтовых дорогах микрорайона положили новый ровный асфальтобетон. В апреле этого года на заседании Думы было принято решение об асфальтировании 13 участков улиц с грунтовым покрытием. Ход работ на данном участке свидетельствует о том, что компания «Биндерс», работающая здесь, поставленную задачу выполняет. На конец октября основные работы в микрорайоне Ругели закончены. Осталось навести порядок, вывести строительный мусор, подсыпать обочины. Единственная работа, которая переходит на следующий год, это укладка маркировки. В связи с тем, что в этом году уже не представляется возможным ее обеспечить, компания «Биндерс» обязалась до 31 мая 2018 года уложить маркировку и обновить зеленое покрытие там, где уже оно не вырастет в этом году. 31 октября председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эгим посетил улицу Ветспилс, что в Ругелях. Жители этой улицы обращались к мэру с просьбой в ходе проведения работ заасфальтировать небольшой дополнительный участок этой улицы и оборудовать детскую площадку. Мэр обещал рассмотреть этот вопрос и дал соответствующие указания исполнителям. По просьбе жителей данный участок мы сможем заасфальтировать, так как были сэкономлены деньги на этом объекте, и будет заасфальтирован съезд, который позволит людям с комфортом беспрепятственно выехать на улицу Номотни. Работы по озеленению данного участка и маркировку дорожного покрытия проведут уже весной будущего года.